Всем привет, с вами СивПро, и сегодня покажу вам мод на динозавров для Майнкрафта Pocket Edition. Ну, как вы понимаете, мод добавляет нам новых мобов, а также новые вещи. Что ж, давайте я поставлю сложную сложность и заспавну первого моба. Это у нас вот такой, как так сказать, очень старый моб, который должен обитать на воде. Но, к сожалению, у меня воды нет. Вот еще один морской моб, который, к сожалению, через некоторое время умрет, от того, что ему не хватает воды. Но он очень напоминает конька. Водного конька. Но это у нас уже настоящий динозавр, у которого есть два рога, можно сказать, даже три. Сейчас создалось такое ощущение, что он убил нашего конька. На самом деле это было не так. Как видите, с них дропает какая-то еда. Или, можно сказать, даже мозг. Это у нас еще один такой кровожадный динозавр. Да, он уже выглядит более красивым и устрашающим. Внутри у него есть какая-то там красная полость. Это у нас какой-то непонятный моб. То ли это курица, потому что у нее наверху есть такая красная шапочка, то ли это какой-то, не знаю, то ли динозавр, то ли летающая птичка. И, кстати, с помощью этой штучки, которая у меня в руках, мы можем заставить моба ходить за нами. Она типа поводка, но маленько другое. Это у нас замерзшая еда. Да. Выглядит прикольно. И это у нас обычное седло, с помощью которого мы можем оседлать какого-то определенного моба. Именно динозавра, да. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.